Москва, 14 мая, РИА Новости. Вашингтон стремится пересмотреть ключевые международные договоренности, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, как это происходит с СВПД, как это происходит с проблемами Евросоюза и с целым рядом других соглашений, сказал Лавров. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Виталий Подвицкий, дипломатия на